Новое радио. Инстамарафон начался, и у нас в гостях уже подоспела прям вовремя Умеда Парсаева. Сколько лет активен ваш Инстаграм? Более 2 лет. Чем вы занимаетесь помимо Инстаграма? Веду несколько бизнесов параллельно. Я могу обратиться к вам? Да, вот увидишь, через пару месяцев будет много подписчиков. Вы занимаетесь бодибилдингом? Да. У вас есть в планах выйти замуж? Конечно. К скольки годам? К сегодняшним годам. Мужская аудитория, бегите быстрее. Что стоит подарить девушке, ну, один цветок, 15 самон? Сталкивались вы с критикой? Аудитория у меня не накрученная, подписчики настоящие. Идти в одном и том же направлении, это не надоест людям? Думаю, не хватает больше откровенности. Не раскрывают полностью свой потенциал, стесняются, боятся. Скоро мы можем услышать, да, на новом радио песни Умеды Парсаевой? Может быть.